Сразу три человека пострадали от рук неизвестных. Молодые люди отдыхали в одном из дворов города. К ребятам захотела присоединиться незнакомая компания. В ходе общения стороны не сошлись во взглядах и завязалась драка. В результате побоев трое граждан обратились в приемный покой. Один с ушибленной раной нижней губы, второй с ушибом мягких тканей лица. Третий гражданин от осмотра отказался. Еще одного мужчину ударили саперной лопаткой по голове. Конфликт произошел на лыжной базе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо установлено. Им является гражданин У, ранее несудимый, возраст около 40 лет. По данному факту проводится проверка. На дорогах на этой неделе произошло 10 ДТП, в трех пострадали люди. На малой коммунальной дороге на равнозначном перекрестке «Жигули-шестерка» не уступила дорогу «Ладе Гранте», которая приближалась с правой стороны. В результате ДТП водитель 84 года получил телесные повреждения в виде перелома ребер. После осмотра врачом был отпущен домой. Водитель 53 года рождения получил телесные повреждения в виде ушиба передней брюшной стенки. Также после осмотра врачом был отпущен домой. На улице Железнодорожной водитель Ниссана, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево и врезался в мотоцикл, который ехал по встречной полосе. Мотоциклист получил телесные повреждения. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.